Пойдем. Я думаю, и так все ясно и понятно. Всем привет. Китайская индустрия подкидывает снова обновление. Вашему вниманию квадроцикл Bravo New 125-кубовый. Детский подростковый квадроцикл без регистрации, без прав. Идет по документам как машинокомплект, как запчасти, на которых вы передвигаетесь по пересеченной местности, не для дорог общего пользования. Ездит только по лесам, полям и огородам. Вот такой вот красавчик. Обновленная оптика, передняя часть, бампер. Интересный дизайн. Очень неплохо выглядит. И наконец-то эффективно освещает. Вот так выглядит крепление переднего бампера. Что же отличает его от старого версии Браво? Размеры колес 19.7x8 и 18.9.5x8 стандартные. Шина, самая, так скажем, рисунок протектора самый на сегодняшний день покупаемый, и его больше всего любят, потому что он универсальный, очень хорошо идет и по грязи, и по грунту, и по траве, меньше всего стирается, и в том числе и по снегу, и идет тоже очень хорошо. А на льду сцепление так вообще самое лучшее среди всех китайских производителей. Вот так агрессивно работает два выхлопа. Самый громкий, но и далеко не самый тихий. На любителя. Вот такой вот панель приборов обновленный. На самом деле достаточно давно уже существует. Уже многие производители, как такие как Motoland, Avantis, Kaer, там и многие другие, заимели такую панель приборов. Ничего не фантастического. Аккуратненькая, компактная, недорогая. Очень примечательно, что в данной версии услышали зов ребятишек, особенно те родители, которые покупают, так скажем, на вырост себе, своим детям данный аппарат. Часто бывает проблема, что детские пальчики не дотягиваются до рычагов торможения. Эти обновленные рычаги, они с тиснением вовнутрь, такой выдавлен, и поэтому расстояние между рулем и рычагом значительно меньше. Внизу у нас здесь диодная полоска, ходовой огонь, линзованная фара, возможность использовать поворотники, спереди фара интегрированная, но в данной модели не задействованы поворотники вообще. Ни спереди, не сзади, хотя спереди они уже встроены в саму оптику. Багажники остались те же самые, но крепление заднего багажника поменялось. Также у нас изменение защиты рук от веток, не от падения, потому что косточки металлической, с алюминиевой или алюминиевой здесь нет. В заднем багажнике поменялись крепления. Вот такие держатели, они очень эффективно работают. Мне очень нравится. Жесткий багажник, по-настоящему крепкий, который, в принципе, даже можно сделать вот так на багажнике. У меня вес 75, багажник держит. Но это не значит, что нужно делать именно таким образом, но при случае, при необходимости, разок можно так сделать. Так, панель приборов посмотрели, показали, 300 метров накатали, все здесь просто, скорость, передача, пробег, обороты, какая поворотники, свет, какой включен, все проще простого. Сиденье то же самое, очень удобное, простое, неузамысловатое, широкое,
подпятники для второго пассажира имеются, можно взрослому ребенку, ребенок, двое взрослых, конечно же, места мало, неудобно, но в такой вот композиции вполне себе уместно: папа покатать сына, мама покатать дочку, или наоборот, всегда есть возможность вдвоем подсесть и спокойно покататься. Грузоподъемность указанная максимальная 130 килограмм, но я бы сказал, что реально, если передвигаться достаточно активно и по не очень хорошему покрытию, больше 100 кг рама это не держит, потому что рама на самом деле порошковая, и большие нагрузки она терпеть не может. Поэтому в большинстве случаев нужно подчеркнуть, что в китайских производителях все те показатели, которые указывают максимальный грузоподъем 130-140 кг, вы можете 20-30 кг спокойно отнимать. Если ездить вот по такому асфальту, как у нас, то можно и 200 кг даже загрузить, и он будет держать. Но если это будет достаточно не очень хорошее покрытие, то там нагрузка увеличивается, и рама, конечно, в первую очередь говорит «до свидания», а также часто говорит «до свидания» сайлентблоки и амортизаторы, и рычажная подвеска. Укомплектован вот таким вот шаром съемным, который можно откручивать, и что-то можно потаскать ребенку, будет достаточно интересно, иногда в некоторых случаях является небольшим помощником для дома, особенно для людей возрастных либо с ограниченными возможностями, для них это будет достаточно большой плюс. Датчик скорости вывели уже, вы интегрировали его непосредственно в само крепление заднего маятника. Имеем защиту цепи небольшую пластиковую, имеем реальную защиту звезды и гидравлического тормоза металлическую, хотя хотелось бы потолще, но и такой вариант тоже сойдет в своем бюджете. Поменяли угол атаки амортизатора, и амортизатор стал немножко длиннее на 1.5 сантиметра. Хотя я отмечу, что второй полки или усилителя вот здесь немножко не хватает. А также бы было бы неплохо, если была бы тавотница и возможность шприцевать в передней части маятник. Ну, здесь такого не сделали. Наконец-то в Браво по-человечески крепятся глушители. Они равнозначно стоят ровно. Нигде ничего не задевает, ни Абраму, пока идет труба. Таких моментов здесь нет. Натяжитель цепи присутствует, цепь 428H, бюджетная, недорогая, натяжитель пластмассовый, пошумливает понемножку, пока выйдет вращение. Есть такой момент, кто захочет бесшумную, то тогда меняйте на обрезиненную, либо резиновую, либо силиконовую, от которой шума не будет. У нас трансмиссия автоматическая, три передачи, точнее реверс, вперед передача, нейтральная и задняя передача, кто не знает. Только электростартер, возможности кикстартера или альтернативы электростартеру никакой нету. Детского контроля дистанционного тоже нету. Есть прерыватель от падения, если выпадет человек, не дай бог, то техника заглохнет. Есть возможность регулировать максимальную скорость и тягу закручиванием болта в ручку газа, ограничивать его. Эти моменты здесь существуют. В комплекте, как вы видите, зеркала заднего вида бюджетные, недорогие, но они все же есть. Вот такой вот интересный аппаратик. Но самое главное, наверное, на сегодняшний день, почему помимо презентации данной модели, наверное, нужно говорить о стоимости. Стоимость действительно очень интересная. На сегодняшний день первые 15 штук для подписчиков нашего канала на YouTube мы продадим с достаточно хорошей низкой цене. В заводской упаковке, полностью в разобранном состоянии, это 85 тысяч рублей. И в собранном виде это 88 тысяч рублей. 3 тысячи рублей стоит сборка. Достаточно непростой момент. Человек опытный собирает целый день данную модель, потому что разобранного вот фактически все. Рама отдельно, двигатель отдельно, пластик отдельно, все детали тоже отдельно. Поэтому большинство все-таки не решается покупать его в разобранном виде. Достаточно как бы непростое дело разобраться с ним, особенно для неопытных людей в плане вообще как бы
вопроса сборки, разборки мототехники. Поэтому большинство их все-таки покупает в собранном виде. Поэтому цена на сайте будет указана уже для подписчиков нашего канала на YouTube, потому что версия на данный момент продаваться будет только подписчикам и никому более. Цветовая гамма еще будет присутствовать зеленый цвет, зеленый экстрим, наверное, чуть-чуть мы его презентуем, покажем, чтобы было понятно сразу же. Зеленый экстрим — это вот такой вот интересный цвет, поэтому кому зеленый, кому красный, примерно как-то так. Отправляем технику абсолютно в любые регионы. Есть возможность кредитования 10 банков на нашем официальном сайте. С любых регионов можно кредитоваться, сидя дома, подать заявку и разобраться с вопросом покупки в кредит. Также те, кто захотят приобрести технику и не захотят платить полностью, есть возможность частичной оплаты для физлиц. Можно оплатить только от 20 до 30% стоимости, а остаток после прибытия груза на терминал транспортной компании в вашем регионе и осмотра вами техники. Вот такие вот интересные предложения. Кому техника все-таки понравилась, кто захочет приобрести и немножко сэкономить на данный момент, пишите, звоните, все посчитаем, отправим без всяких вопросов. Тем, кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий. Может быть, кто-то уже каким-то образом успел катануться на такой технике или приобрести даже, что я сомневаюсь, но все же пишите комментарии, нравится, не нравится. Спасибо, что вы были на нашем канале. Всем всего доброго, всем пока.